Один из главных принципов грековцев – документальность и никакого схематизма в деталях. Взятие Измаила, легендарное Бородино, блокада Ленинграда. История войны, написанная без слов. 30 масштабных полотен сотрудники музея едва вместили в 4 музейных залах. Чтобы привести в Брянск работы живописцев студии имени Митрофана Грекова, потребовалось больше года. Все началось с того, что научные сотрудники нашего музея стали готовить план к 70-летию, план мероприятий к 70-летию празднования Великой Победы. И ознакомившись с планом мероприятий, подписанных президентом нашей страны, мы выяснили, что по линии обороны Министерства обороны Российской Федерации запустили именно в рамках этого 70-летия замечательный передвижной проект этой студии. Поэтому мы связались с студией имени Грекова, написали письмо, и нам пришел ответ из Министерства обороны, что наш город, наша выставочная площадка включены в этот передвижной проект. Студия военных художников имени Грекова была основана в 1934 году на базе особой отдельной кавалерийской бригады, как и за мастерская самодеятельного красноармейского искусства. Первый советский баталист Митрофан Греков в годы Гражданской войны пишет цикл картин о том, как, будучи по разные стороны баррикад, красные и белые, по сути, боролись за одно и то же. Это был практически репортажный стиль. Участвуют в боевых действиях и современники Грекова. Они, конечно, хранят традиции, но не перестают экспериментировать. Прошлой весной, к примеру, художники студии ездили в Севастополь, чтобы написать военные корабли с натуры. Все чаще на их полотнах изображение быта советской, а затем и российской армии. Данная выставка очень понравилась. Она знакомит нас с теми героическими событиями, которые происходили в нашей многовековой истории. Ты словно вглядываешься в эти полотна и прям приносишься в те времена, когда эти события происходили. Весьма интересно, и каждому советую прийти посмотреть. Как ни странно, первыми выставку увидели не историки и художники, а детсадовцы. История, убеждены в музее, интересна людям всех возрастов. Познакомиться с произведениями военных художников можно до 18 октября. Экспозиция открыта с 10 утра до 6 вечера. Елена Почкарева, Иван Зюрев. События Брянск.